Hey guys, and how's it going? До свидания! We're going to be watching the Arrival trailer. It's a Russian sci-fi film. It was recommended to me by... Oh, let me get the name again real quick. Comma51. So I'm watching this on your recommendation. So let's check this bad boy out and see what it's all about. The picture looked kind of cool. Hopefully it's a really good movie. Самые страшные события в истории человечества происходили, когда оно сталкивалось с чем-то... Неизвестно. No subtitles. Пугающе. Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. Не то чтобы я тебя тороплю, просто в следующий раз звезды будут падать лет через 50, наверное. С запада в плотные слои вошел объект. Многие приехали полюбоваться на звездопад именно сюда. Зрелище поистине завораживающее. Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Около часа назад в столичном Чертанове произошло ЧП. На жилые дома упал необузданный объект. Это война, да? Зависит от того, как они поведут себя дальше. Мы понятия не имеем. Какие нормы морали у пришельцев? Чему я должна им объяснять? Чему мы должны какие-то контакты налаживать? Потому что это уникальный шанс для всего человечества. Понять что-то про самих себя. Узнать, кто мы. Мы все умрем, и они, и мы, понимаешь? Не бойся. Если мы не хотим войти в историю, как... Если мы спровоцируем взрыв, то никакой истории, как вы понимаете, вообще может не быть. Это наша земля! Damn, that looks real cool. Это наша земля! Из другой галактики. А мы из Чертанова. Jesus! Oh, that's actually really awesome. So that's another Russian film we've got to be checking out. This one and the Guardians one. These both look really good. Really, really good. I'm going to check these bad boys out. Let me know what you thought in the comments below. Yeah, this looks pretty awesome. I didn't have any subtitles. That kind of sucked. Wish it did. But yeah, by the time you've already seen it, I found the one with subtitles, but let me know what you thought in the comments below, and I'll see you guys around for more trailer reactions and gameplays, unboxings, and other cool stuff. Alright guys, bye.